Okay, we'll try. Это погано. Это очень погано. Сколько этих пэтов, блин? Лол. О май гад. Выбор мужчин.
Clean play, bro. Не всегда ждут устану, да? You are gathered here for my entertainment. I mean, to prove yourself. It's time. For me.
тело. Господи, ну здесь я хотя бы как бог. Вот это вот страдание бесконечное, муки эти кошачьи. Кому это надо? Кошачьи мухи, муки. Кому нужны? Никому. Мы ждем Ферала. Такая себе идея. А, ты хочешь навечно зайти? Боже мой, это жестко он придумал. Хочешь, чтобы я крутил глаз, блин, без конца и края? Это жестко. Ну, идея приста отличная. Да жестко тут. Если хочешь, могу объяснить тактику того, что мы сейчас делаем. Мы играем против друида жреца, друид невидимости, он в коте. Значит, мы его не увидеть можем, только если напоримся на него. Вот я сейчас пытаюсь его найти, да, если он пройдет мимо, я, может быть, его ошеломлю. Значит, этот в бесконечном невидимости стоит, но не может двигаться. Ага, ага, начинается. Уходить нахер, блин. Ага, он умереть хочет. Ясно. Фак. Велено. Превращу его в мясо и съем. Но, честно сказать, они мы выиграли только потому, что противник сделал ошибок толпу. В конечном результате игра построена на то, что побеждает камень, ножницы, бумага. И только иногда этот, какой-то, какая-то степень удачи. Охуели, без коня. Зачем вам это надо? Обезьяны, блядь. Обезьяны. Давай уже.
Попал. Сразу видно паладин. Допустим, гонишь. Плохо нажал. Убегу Кай лучше. Все в КД. Это пиздец. Взорвала моего друга. Разорвала? Да. К сожалению, моего друга разорвала. Да ты шо? Да, господи. Почему нихуя у меня не работает, блять? Куда оно все делось? Что это такое? Все. Все просрано. Я сделал квест? Нет.
Здесь хотя бы инвентарь человеческий. Хороший инвентарь, так вот. Да. Ну, маленький, кошачий. Рассыпался и все. Опять тактика. Прятаться, блин, в углу. На 1954 мы прячемся в углу. Конечно, у этого приста геймплей тоже надо сидеть, ждать, пока мы, блядь, в инвизе отладим. Не хочет умирать, сука, вообще. Кошечку порвала. Не за что, а на что? На лакостовские носочки. И господи, там что-то мне столько много наград дали. Куда? Куда, дорогой, ты полетел? Да кого не встречает, всем так кабину разбивает ровом. Прям одно удовольствие. Вот это второй сезон Dragonflight, наверное, лучшая PvP, которая у меня была, в принципе, в историю моего игры.
Не-не-не, я что-то очень хорошо себя чувствую. У меня есть все ответы. Все ответы есть, да. На абсолютно любую ситуацию. Когда ты хочешь? Значит, пойдем. Ничего страшного, что я потерял кухню. Тут есть. Ну да, конечно, здесь чтобы было немножко посвежее. Ну, свои уродские противники. Максимально. Это другая копка. Да, это другая копка. Это я не знаю, как это происходит, серьезно. Нихера себе, он хилится. Пересмотреть, как я вышел из невидимости. Я не понимаю, как это происходит иногда. Да, это не твой бэт. Мой бэт. Bro, last two wins and I need to go. Сейчас чувству не легче, конечно. Угу.
Нифига себе ты место нашел, конечно, чтобы спрятаться. Я бы не догадался здесь никогда бы. Это ужаснейшее место. И жопкой мне нравится. Тысяч здоровья. Зачем? 759 тысяч у шамана, у меня 594. Подожди, по сравнению с тем, я умер на копкой на 18 левеле на здоровье 800. 800. Просто 800. А здесь он 760 тысяч у человека. Это так надо. Заколебал ты со своими тотемами, серьезно. Правильно, ливай. Я надеюсь, что это last win. Я на выход. Противники, конечно, мрази. А оба... Оба персонажа в вражеской команде. Не старше, сейчас скажу, 16-го года. Дракон появился вот буквально год назад, а эта хрень 3 года назад. А разбойник появился в 2004 году, и маг тоже. То есть мы кор игры. А это нововведение. I ship nature the game without DB, chip shop, drag, or you can sub DH. Try. Try to sub DH. В принципе, у меня все как все взято. Научиться бы играть с фокусом, конечно. Было бы хорошо. Спринт. Да понятно, что спринт. Жестко. Жестко. Если знаешь, что нафиг же огромная. Ага, и перезарядки у меня, естественно, нет, правильно? Правильно. Оно меня видит, блядь. Mm-hmm.
мне пиздец, да? Могу куда-то уйти? Не, не могу. Это я прикольнулся, да? Я понял. Господи, эти доты. И они нас порвали. Парень приятный. Извинит. Надо победу 100%, потому что видео заканчивает на поражении такое. Надо победить. Это не сложно, это надо просто постараться. Но охотник на демонов сейчас старался за троих. Куда берутся такие вообще охотники? Воин. Кто ты, воин? Не, Гоуч нам вообще не нужен. Минус. Хорошо развели и уничтожили. Ой, спасибо большое тебе, Мак, мой друг, за твою игру. Пойду я отдохну после столь насыщенного вовского дня. Too so much. GG. See next time. Не-не-не, я пойду уже. Я пойду. Too so much. На одну шмоточку мы отыграли.